Всех приветствую! В этом видео я расскажу, чем подкормить клубнику весной, чтобы она быстро восстановилась после зимы, пошла в рост и дала много ягоды. Данная подпитка укрепит растения, повысит их иммунитет, стойкость к неблагоприятным условиям и болезням. Она улучшит развитие корневой системы и усвоение питательных веществ, повысит плодородность грунта и улучшит почвенную микрофлору. Подкормка заключается в использовании янтарной кислоты. Янтарная кислота является природным регулятором роста для растений. Ее можно использовать как в таблетках, либо, например, в препаратах в виде порошка. Для приготовления подкормки в 1 литре теплой воды разводим 2 таблетки и делаем опрыскивание по листу. Если же вы используете препарат из садового магазина, тогда 2 грамма порошка на 10 литров воды. Для лучшего растворения препарата сначала его лучше развести в небольшом количестве чуть горячей воды, а уже потом довести до нужного объема. Получившимся раствором делаем опрыскивание по листу или полив под корень. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь на канал на Яндекс.Дзене, ссылку вы найдете в описании под этим видео.